Уходящий 2018 год стал переломным для Жамбылского региона. Значительный толчок получил сектор экономики. Какие они, целевые индикаторы современности? Как будут повышать благосостояние жамбылцев? Когда мы увидим реальные сдвиги в решении ключевых проблем отдаленных аулов? Будет ли там газ и дороги? Пока ясно одно. У нынешнего главы региона Аскара Мырзахметова есть конкретный план действий. И обновленный Тарас – яркое тому подтверждение. Особенности стратегии Акима области и дальнейшие перспективы для каждого из нас в программе «Час Акима». 21 декабря в 19:00 на телеканале «Жамбыл». У вас есть уникальная возможность задать вопросы нашему главному гостю Аскару Мырзахметову по телефону 45-38-00. Оставляйте свои вопросы в адрес главы региона в социальных сетях, на официальных страницах нашего телеканала и по телефону 45-94-25. Ни одно обращение не останется без внимания. 21 декабря в 19:00 встречаемся на лучшем региональном телеканале страны. Не пропустите!